Здравствуйте, уважаемые рыболовы! В этом видео будет говориться не о том, как сделать снасти и подготовить наживки для рыбалки, а о том, как правильно сохранить рыбу сушеную в домашних условиях. Вот вы видите закатанную сушеную рыбу, в данном случае бычок козловский, уже в закатанной баночке. Эта баночка была закатана уже больше года. Я сейчас открою, и вы увидите, как рыба сохранилась, и поэтапно расскажу вам, как ее закатывать. Ну вот сейчас открываем эту банку. Так, есть. Открыл. Вот. Запах пошел такой приятный. Мы сразу чувствуем, что рыба не пропала. Итак, вот мы засушили. Представим такую ситуацию. Засушили мы рыбу, которая хорошо просушена. Которая должна быть хорошо просушена. И утрамбовываем в баночку. Даже могу достать бычок. Утрамбовываем, ставим сюда свечечку, в серединку. Не обязательно использовать большие свечки, достаточно маленькой свечки. Подпаливаем ее, она горит, накрываем новой крышечкой, и должны мы следить, чтобы свечка не потухла от колебания банки. Накрыли и плотно закатываем. Когда мы закатали, свечка догорает, внутри уже нет кислорода, и рыба будет хорошо сохранена. Я думаю, доступно рассказал вам. Смотрите мой канал. Пока.